У следствия есть 4 версии причины пожара в детском лагере «Виктория». Спустя неделю после трагедии проводится обыск на предприятиях, которые занимались огнезащитой деревянных конструкций и системой сигнализации. После проведенных следственных действий прокуратура объявит о подозрении. Значит, за результатами слідчих дій уже вилучена вся документація. Крім того, аналізується вся нормативна база. А ви можете назвати ще версії? Скільки версій у вас? 2, 3? У нас 4 версії. Можете озвучити? Ну, перше, нарушення встановлених правил пожежної безпеки. Друге, занос вогню ззовні, ну, тобто той же поджог. Третє, розпламінення із-за приборів електричних. В принципе, которые тоже имеют место быть. Вот три основные, которые как бы. Четвертое, то, что это теракт или то, что это там какое-то противоправное действие, мы уже не рассматриваем. Помимо следственных действий пройдет генетическая экспертиза по идентификации тел погибших детей. Помимо экспертиз на генетике, то есть тела. Эта экспертиза, она будет готова, если я не ошибаюсь, или завтра, или послезавтра. Только после этого возможно захоронение тел. Предварительно, как мы понимаем, к сожалению, три тела, и три тела это разные. То есть мы предполагаем, что это три девочки.